на каком языке говорят галахи, какую религию там исповедуют попавшие туда рабы. Понятно, что вид католичества, но как оно выглядит в плане обрядов, ритуалов, постулатов, образов Бога. Там самое главное, что они, когда рождаются, им сохраняют память о своих прошлых жизнях и о том, сколько они нагрешили. Они все помнят, и они понимают, что они идут на то, чтобы их мучили, они отрабатывали. Вот они спокойно идут. И ведь потом, ведь смотрите, у нас ведь, ну, в 19-м-то уже не было, а вот в 18-м еще отрубали головы, да. Так вот, по свидетельству самих палачей, там голова отскакивала сама. Они не успевали нанести удар. Голова отскакивала. Но и здесь то же самое. Им, в принципе, не надо даже говорить, что надо вот мучиться. Там в котлы в эти садиться, в которые нагревают. И люди орут благим матом. Да, ну потом их отпускают на какое-то время, потом опять садят, да. Вот, и они в течение жизни, они вот принимают все эти, но они недолго живут там, 12-15 лет, и 15 тоже долгожители. Вот. Ну, и так вот они там, в общем-то, это. Вот видите еще какая ситуация. Есть фрукты, которые, наоборот, нам дают возможность вспоминать прошлую жизнь и помнить прошлую жизнь. Ну, понятно, они не рекламируются у нас, но они есть. И вот когда вот мама ест эти фрукты, да, и ребенку тоже передается вот это знание о прошлых жизнях. Если она ест эти фрукты, если ей дают, конечно, возможность есть их. Но у нас едят солонин посленовый, который отшибает память прошлых жизней. Но мама ела их, ела картошку, баклажаны, помидоры. С молоком ребенку передается, но не помнит своих жизней. Ант управляет процессом производства галахов. Почему они это делают? Вы же говорили, анты поссорились с писинагами, писоголовыми, и они наши союзники благодаря Владимиру. Но они этого не понимают, к сожалению. Но они тоже стареют, тоже умирают. Но им тоже надо освобождение. Ну и по логике вещей нам надо объединяться с ними. Ну. Глупых правителей не только среди нашего человечества хватает, но и у них там тоже глупости хватает. Перечислите, пожалуйста, какие фрукты помогают вспоминать прошлые жизни и помогают вспоминать детям, если мама ест. Но они все вырезаны из нашей культуры. Вот. Но в какой-то степени помогает пчелиное маточное молочко. В какой-то степени. Возможно, этому способствовали папоротники, потому что папоротник – это разумное растение. Причем его разум на уровне генетики. У него 1400 хромосом. И у нас вот папоротники специально выращивали с разными свойствами, которые давали ложные так называемые плоды. Если вы папоротника иногда посмотрите на оборотную сторону листьев, у них там такие вот приделанные ягодки, но они не круглые, они полукруглые и полностью сидят на листочке. Вот им задают свойства. Но когда такие вот попадаются папоротники, значит, где-то поблизости живут разумные староверы, которые знают свойства папоротника. Вот я знаю, что папоротник дает возможность проходить параллельные пространства. Но в параллельных пространствах там много что сохранилось.